Смартфоны Nokia 5 и Nokia 3,1 получат Android Pie в ближайшие дни. Бренд Nokia – один из самых активных в вопросе выпуска обновлений для своих смартфонов. Причем, в отличие от многих других, Nokia обновляет даже самые бюджетные модели. Как сообщает источник, в ближайшие несколько дней Android Pie получит Nokia 5 и Nokia 3,1. Вероятно, это случится еще до конца текущей недели. После того, как новая версия Android появится на этих моделях, в ассортименте Nokia почти не останется необновленных до Android 9,0 моделей. В частности, известно, что Nokia 1 и Nokia 3 получат пирог ближе к концу второго квартала, и они будут последними моделями бренда, до которых доберется актуальная версия операционной системы.